Сергей Зверев кылылы натынан үнкүн национальный театры анбастан этно мюзикалы турурда. Ураты спектакль коллектив историетігір кең далахындағы бұрайек болар. Сынага элбах декорация тутулар. Холобур бу хамсыр көһөһөжөр кая этномюзикалга бир сүрүнместенилер. Анан менен Санкт-Петербург оңоттор буттар. Этномюзикал тыйыс айылгала Куту Сергей Каленоловский бут түр омук сахалар тухнан зэхэргир. Сынага бүтүн омук историята уаллах кыстапталлары нетенне кара онны өрүн оюн икки ужор өстөхүлөрүнөн өкөстөр. Бу проект биз ылы бажырыктан да бут. Бу проектка Россия билдер театральный деятелер өлүбөтүлөр. Манда проект бир театр бут акырында болгон дейт. Спектакль бут икки улаханактах хас биттиага битти час суратты. Спектакльге хэтте 15 артист кыттар. Интерьерине урату үлени турурар бөлөк составыгар араз дойдуттан аныгы искусство мастаптыра балдар. Этномюзикалга ан бастан үнкүүттөр уна оркестр артистара бирге лыктыра. Другая культура меня очень привлекает. Я работала в разных странах. И мне интересно именно познакомиться с творчеством нового народа, который мне не знаком. Мне было очень интересно, и узнать приемы голосовые, как исполняются вокальные приемы, как исполняются народные пения, вот какие особенности именно вокала. Сүрүнөрөлү театр эдер кескиллях артистара толоролор. Сага хайска болан барыта сонун атын турурулардан үгү сурадылар. Это физически, во-первых, алык атын движениялар. Это меха еще и опыт плаги, она морально, эмоционально, меня раханхогос, то ли человек, имеет бере олигин, оно зритель гаеше дюк тердиханада. Сахан Ротун Тюриттамит историетын үнкүйнен ырганын жүйер спектакль бүгін опера оны балет театрдан тұруға. Оттан үрін онына қара юны жордырыттан қайылыра ұлтың салғатшы бол бұтын этноспектаклға кәлен көрек құды. Оксана Устинова, Владимир Павлов, Саха телевидениеде, Джокускай.